В подарок к 9 мая жители города получили два обновленных трамвая. Над внешним видом и внутренним состоянием вагонов работники Запорожэлектротранса трудились около 2 месяцев. Говорят, после капремонта транспорт прослужит еще немало лет. Он будет колесить по Шевченковскому району. Подробнее о трамвайных обновках расскажет Инна Гогой. Этим вагонам уже 25 лет, почти в 3 раза больше срока, положенного по нормам эксплуатации. Но на свой возраст они не выглядят. Вторую молодость им вернули работники Запорожэлектротранса. Средства на капремонт выделило запорожское предприятие «Мотор-Сич». Отремонтировали полностью капитально 2 трамвайных вагона, сделали с них систему, это значит ведущий ведомый трамвай. Поменяли пол, сиденья, стекла, улучшили освещение салона, и полностью, как говорится, обновили все в этом трамвае. Перебрано все, перебраны колесные пары, перебраны все подшипники, все поменяны. Со дня на день обновленные вагоны выйдут на линию. Они будут курсировать по 15-му маршруту, перевозить жителей Шевченковского района. Водитель Елена Шефер в предвкушении. Говорит, управлять таким транспортом – одно удовольствие. Очень приятно, полный восторг, что я могу сказать. Комфортно, уютно, удобность, потому что он плавный. Легкий. В Запорожэлектротрансе говорят, это уже 12 и 13 вагоны, которые удалось модернизировать за счет помощи завода. Такая программа действует в городе уже более 2 лет. Для нас главное сегодня мы услышали, что программу предприятие будет продолжать и дальше. Благодаря вот этой поддержке наше коммунальное предприятие в отрасли заняло 3-е место. Я думаю, что... В республике? Да, в Украине. В Украине. Я думаю, еще 2 лет, и мы будем первыми. Уже скоро транспортники планируют вернуть вторую молодость еще одному вагону. Сотрудники Запорожэлектротранса говорят, такие обновленные трамваи нравятся запорожцам. Некоторые пассажиры даже специально ждут на остановках именно модернизированные вагоны.